Всем огромный привет! Маринованную скумбрию будете? Ну, если будете, то давайте я вам расскажу рецепт. Скумбрия, маринованная по такому рецепту, получается вкусная, в меру соленая. Один пучок петрушки среднего размера измельчить. Две луковицы маленького размера или одну среднего размера нарезать полукольцами. Свежемороженную скумбрию разморозить, очистить от внутренностей, промыть и хорошо просушить полотенчиком бумажным. Нарезать кусочками сантиметра 2,5 см. Теперь нужно приготовить маринад. Для маринада понадобится 200 мл кипяченой остывшей воды, соль 2 столовые ложки, сахар 0,5 столовой ложки. Все перемешать. 30-50 грамм уксуса. Я наливаю 40 грамм уксуса. Подсолнечное масло 80 мл. Теперь понадобится банка или емкость, в которой будем мариновать. В моем случае это банка с закручивающейся крышкой. На дно банки выкладываю все слоями. Зелень, лук, рыба. Зелень, лук, рыба. На второй слой рыбы кладу 3 лавровых листика. Черный молотый перец по вкусу. Можно вообще без него. Залить маринадом и отправить в холодильник на 12 часов. После можно пробовать. Это получается очень вкусная маринованная скумбрия в домашних условиях. Всем приятного аппетита. Попробуйте, не пожалеете.